Итак, мы покидаем Пудышева. Сегодня 31 декабря, конец две по нынешнему календарю года. Делаем видеоотчет. И переходим в следующее летоисчисление. Вот максимально освободили пространство, ребята. Здесь будет кухня. Лестницу переделают. Проведут котел, отопление сюда. Вот. Здесь все разберут, сделают дополнительный проход. Вон они, молодые люди, которые идут. Дима, у меня есть предложение сходить в купол.
Вот эту сетку, что ли? Ага. А тут тоже можно. Она Это твой мешок-то, что ли? Да, вроде бы нет. А чей? А это твои вещи? Да, чей. В чужом мешке твои вещи? Вещи твои же там? Не мои, это вещи, мешок. Вон зеркало стоит. Вот. Большое. Там же это. Женщины же там. Почему? Не надо. Зеркало. Вот зеркало стоит. Вот. Ну все,
Конечно. Мыши, мыши там, смотри. Слышишь? Мыши все съели, смотри. Ты. Что готовить собирался? Ну, что, вот это заберешь. Ну, да здесь надо что-то выбрать. Сюда там еще зеркало. Ну, я еще поснимаю здесь.
И все это, конечно, благодаря ладушке, которая создала предпосылку для всего этого строительства, для всего этого движения. Территория Лесополиса. Здесь, на этой территории, с начала августа производят строительство нового поселения. Буквально вчера поставлена вот эта легкая сфера. Основание в строительстве — это контейнер, который был поставлен сюда первым. К нему приделался склад. Началось строительство парника, и в парнике деревянная сфера синего цвета.